Я думаю, что настоящих друзей не может быть много. И я это очень четко почувствовал 7 лет назад, когда у меня ушел трагически самый близкий мой друг. Причем то, что он самый близкий, я почувствовал тогда, когда он ушел. Вот, это было Шарыпова, человек, который меня, собственно говоря, втащил в авторскую песню, который много чего мне дал из разряда представления о литературе там, и так далее, но дело не в этом. Дело в том, что, оказывается, он для меня значил настолько много, в общем, он перекрывал всех остальных, вот так. Вот, и отсюда я понял, что остальные, ну, это друзья, конечно, тоже, их достаточно много. Они есть здесь, они есть в Москве, они есть в Израиле, там, они есть в Германии, ну, в общем, много. Вот, но это немножечко другое. Любой из них уйдет, я тоже буду печалиться, да, степень другая. Вот. Просто, когда ты ощущаешь потерю всем своим нутром, это, в общем, наверное, вот тогда и дает тебе представление о том, что этот человек для тебя значит. Вот, примерно так. Поэтому я думаю, что настоящих друзей, близких друзей, много быть не может. Это все-таки штучный товар. Вот это очень выборочно.